привет! Сегодня я к вам с новым блюдом. Это на чередование. Это такие, знаете, котлетки из помидор черри. Это, как Леша вчера сказал, такая мини-пицца. Но это на самом деле неожиданно вкусно. И если вам нужно кого-то удивить, вы хотите подать такую закусочку или гарнир к какому-то блюду, там какой-нибудь жареной рыбки, это вполне себе такое самостоятельное блюдо. Значит, ингредиенты самые простые. Кстати, блюдо это очень распространено на острове Санторини. Значит, нам нужно будет яйцо, помидоры черри. Здесь у меня их штук 10 я возьму. Это, знаете, такие остаточки уже с огорода, все, что есть. Базилик, дальше соль, перец, растительное масло для обжаривания и кукурузный крахмал. Если вы не используете кукурузный крахмал, можете заменить мукой, тогда это будет совершенно не диетическое блюдо. Так, что нам нужно сделать? Разбиваем яйцо, добавляем совсем немного соли и слегка взбиваем. Так, отставляем. Помидоры нам нужно порезать очень-очень мелко. Хвостик срезаем на два. И вот такими кусочками. Сейчас я так сделаю. Вот такими кусочками. Вы знаете, я забыла сказать, я еще буду использовать болгарский перец. У меня здесь вот желтые и кусочек красного перца. Я добавлю и так, и это будет очень красиво. И помидорки, если у вас есть и желтые, и красные. Нет, кстати, если нет у вас помидор черри, вы можете использовать обычные большие помидоры. Но с черри это вот очень-очень получается вкусно. Не знаю почему. Ну все, помидорки мы разрезаем на такие вот кусочки. Дальше покажу. Так, вот смотрите, вот здесь я порезала 6 штучек, и мне этого достаточно. Потом я возьму вот такой кусочек красного перца и вот такой буквально кусочек желтого. И тоже мелко-мелко порежу. Прям миленько-миленько. Если нет у вас болгарского перца, добавьте сушеную паприку, тоже будет очень интересно. Там уже приправы вы сами какие хотите. Я вот соль, перец. И знаете что? Вы можете добавить сюда какую-нибудь ветчину. Тоже так же мелко-мелко порезать. И это уже будет такая прям еда. А сверху, когда уже там вы перевернете эту котлетку, посыпать сыром. То есть вариантов очень много. Я вам показываю самый-самый простой. Так, вот такое количество. И дальше я беру базилик. Базилик берите листики. Если не любите базилик, можете не готовьте это блюдо. Знаете, Леша удивился, почему я так сказала. Потому что, когда я на кому-то начинаю рассказывать какой-то рецепт и говорю, берешь кинзу, ой, я не буду готовить, я не люблю кинзу. Ну, вы понимаете, что вот, ну, какое-то блюдо, там же кинза это не основное, это просто придаст определенную там нотку какую-то, вкус какой-то. Также и базилик. Добавьте петрушку, добавьте укроп. Ну, просто вот это, я, например, очень люблю сочетание базилик, помидоры. У нас есть на канале куриная грудка отбитая, и там кладется потом тоже помидор, базилик. Необыкновенно вкусно, просто неожиданно. Теперь, что мы сюда делаем? Я здесь уже посолила. Мы добавляем черный перец. И сюда я добавлю 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Вы там уже знаете, что, девчонки, смотрите. Вы там смотрите, если у вас яйцо, вот такую большую сначала добавлю, размешаю, посмотрю. То есть яйцо возьмите вот на такое количество поменьше, чтобы оно было не такое огромное. Поменьше яйцо. И такая должна быть консистенция этого, как на оладьи. Вот, понимаете, вот так. Здесь, в принципе, все готово. Дальше уже только обжаривать. Сковородка на огне, она уже нагрелась. Выливаем сюда, ну, столовую ложку, немного, может быть, 2 растительного масла. Огонь делаем на минимум, они не должны гореть. Распределяем и выкладываем, как оладушки. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот выкладываете. Если начинает растекаться, вот подворачиваете, видите, оно прихватывается и совершенно спокойно подворачивается, получается вот такое аккуратненькое оладушек. Еще знаете, что я хотела спросить?
У меня почти под каждым видео один человек ставит дизлайк. Я даже не догадываюсь, кто это. Ну, может быть, напишите, что вам не нравится. У меня... Может, вы его знаете. Может, вы, ребята, его знаете. Потому что у меня, в принципе, очень мало дизлайков. Там один, два. Один дизлайк ставила мне одна моя очень добрая знакомая. Она просто не знала, что это дизлайк. Вот. А еще вот один дизлайк, ну, прям буквально под каждым видео. И прям вот в первый там день. Напишите, человек, кто вы. Да, и вот на медленном огне поджариваем. Посмотрите, это очень-очень красиво. И, ну, красиво и вкусно. Так, заглядываете? Чуть-чуть должно подрумяниться. На медленном огне, на сильном не надо, это все начнет гореть, пригорать. Нет. А вот прям на самом-самом медленном огне потихонечку все это поджарите. Ну, просто вот необыкновенно вкусно. Вот так вот переворачиваем. И до готовности. Вот так. Вот такие получились мини-пиццы. Оладушки с помидорами черри, как хотите, назовите. Вот посмотрите, какая красота. Это очень-очень вкусно. Приготовьте обязательно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Пока.